По информации, полученной из надежного источника, состоялась важная встреча в Польше, на которой присутствовали высокопоставленные члены преступного мира, известные как воры в законе. Главной целью сходки было примирение между Тариелом Аниани, известным как Таро, и его обидчиками Варламом Кухианидзе, известным как Ватия, и Миндием Гарадзе, известным как Лавасоглы. Примирение, несмотря на успешное завершение, оставило горькое послевкусие для Таро. За прошедший год с того момента, как Ватия избил Таро, последний не смог ответить своим обидчикам, и чтобы сохранить свою репутацию и разрешить один из множества своих конфликтов с другими преступниками, вынужден был искать способы организации такой сходки. Как сообщалось ранее, в апреле 2022 года в ресторане в Черногории Кухианидзе обратился к Таро с уважением и участием. Однако возник конфликт в присутствии Миндия Гарадзе, вора в законе. Тариел, не обращая особого внимания на выбранные слова, начал высказывать Вате и претензии в связи с избиением Автандила Тугуши, известного как Автосам Трецкий, также являющегося вором в законе. В ответ на неудовлетворительные слова Таро, Ватия вспомнил Тариелу о его моляве относительно лишения звания вора в законе и заявил, что для него он больше не считается вором. В результате Таро бросился на Ватию, но последний несколько раз сумел нанести ему удары. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Чтобы получать уведомления о новых видео, нажмите на иконку колокольчика. Буду благодарен за вашу поддержку.